сложности, какие были удачи. Значит, что из себя представляет книга? Большая книга, как вы все уже посмотрели, если считать раскрытыми репродукции, приблизительно 560 страниц. Книга издана на 7 языках, как вы уже видели, русский, эстонский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский. В книге есть статьи искусствоведов, всемирно известного искусствоведа Бориса Бернштейна, который сейчас живет в Америке, Александра Сидорова, сейчас его должность заместитель председателя Академии художеств Российской Федерации. Он является там искусствоведом, то есть не таким не клерком, а именно пишет статьи, аналитические искусства и так далее. И эстонский литературовед Тема Дарвис. Выбор таких людей, которые написали в книге свои мысли, свои соображения, не случайен. С одной стороны, мы хотели, чтобы география их была несколько шире, то есть это Америка, Россия, Эстония. С другой стороны, это достаточно продуманная система. То есть Борис Бернштейн, я сказал бы попросту, определил отцовское скульптуру, живописи, графика в мировой культуре, определил место. Если там кто-то будет более внимательно читать, там есть такие строки, что таким даром обычно обладают Дон Кихоты, пророки и так далее. Вот, в принципе, я бы сказал, это его место в истории, как пророка. Ну, это мое личное мнение. Теперь Александр Сидоров, московский искусствовед, абсолютно профессионально разобрал все творчество отца. У него довольно сложный текст. Я даже должен не похвастаться, а наоборот сказать, что даже мне на русском языке было тяжело его читать, так как я человек, но не совсем близкий, скажем так, абсолютно к искусствоведению. Но это абсолютно профессиональная работа, абсолютно профессиональная статья. Причем она сделана не в манере там Рафаэля Рутиняна, а действительно он написал так, как он понимает, его творчество разобрал. И действительно, если ему что-то было непонятно в его творчестве или с чем-то он не согласен, он об этом писал. Поэтому эта статья не праздная, а это серьезная аналитическая работа. И Эмма Дарвис, она раскрыла отца больше как человека, с человеческой точки зрения. Поэтому, если рассматривать эту книгу в трех ипостасях, можно сказать, как место в культуре, в искусстве, аналитическая работа и как человек, то мы, скорее всего, как раз затронули все возможные темы, которые можно затронуть при описании творчества того или иного художника. На эту книгу ушло 2 года, чтобы создать ее. 2 года – это если считать, что мы приняли решение, что мы будем создавать книгу. И первое, что мы сделали – начали конкурс в типографиях, кто этим может заняться, и искать фотографа. Но если считать, что первый фотограф, который начал снимать скульптуру отца уже с целью, что когда-нибудь мы обязательно сдадим эту книгу, это был Валерий Баретто, и это было в 97 году. Вы прекрасно понимаете, что если вы в книге больше 111 работ, репродукции даже больше несколько, потому что некоторые в увеличенном виде, некоторые, то такое количество работ скульптуры отснять в павильоне практически невозможно. Это можно просто жизнь положить, чтобы все таскать на какой-то этаж, устанавливать и так далее. Это нужно делать в течение жизни по одной вещи. И в этом смысле нам очень повезло, что в 97 году я организовал выставку отца скульптуры в Сакало-центре. И как раз вот эти стены, которые вместе составляли там около 400 квадратных метров, они позволили устанавливать цветной фон, подсвечивать и именно делать снимки скульптуры. И в противном случае, я даже не знаю, могла бы выйти эта книга или нет. Поэтому, если смотреть о конкретной работе, сколько пошло времени на изготовление книги, это 2 года, а от задумки, от начала фотографирования, это считайте вот с 97 года.
Очень благодарен Валерию Боретто, потому что, ну, многие знали, это очень талантливый фотограф в Эстонии. Он подошел нестандартно, фотографируя отца, отцовские работы. Причем должен отметить, что обычно в книгах, в изданиях стараются фон скульптурный сделать или пастельным, или вообще его как-то убрать, для того, чтобы показать более четкие линии, чтобы фон не мешал смотреть на скульптуру. Мы пошли своим путем, и мы считаем, что когда уже увидели эту книгу, что он оправдан, что наоборот, мы просили, мы сделали для скульптуры определенный фон, который только подчеркивал, усугублял как то настроение, которое хотела передать скульптура. Поэтому я могу сказать, что в каком-то смысле это новаторство, это смелое решение, но надеюсь, что вы и оценят это с достоинством. Относительно фотографирования живописи и графики, мы обратились к такому профессиональному талантливому фотографу, как Сергей Титык. Это имя тоже известно в Эстонии. Для тех, кто занимается книгоизданием, я могу сказать, то есть для них это понятная информация, что каждую работу мы фотографировали на слайд 8х12. Такой техники-то в Таллине мало у кого есть, если не только у одного-двух человек. То есть, но это единственная техника, которая позволяет делать такого уровня качества работы. Причем некоторые мне могут возразить, сказав, что ну, сейчас есть дигитальные аппараты, которые там, разрешение которых позволяет делать лучше снимки. И мы по этому поводу долго разговаривали с Сергеем Дитык, но все-таки, просматривая его работы, мы увидели, что слайд и последующая сканирование, обработка делает иллюстрацию более теплую. Дигитальная техника, она не позволяет как-то передать такие теплые цвета, она получается холодная, а слайд, ну, как определенный смысл искусства. Поэтому вся живопись и графика, несмотря на то, что, как вы понимаете, это очень дорого, была снята именно с такой техникой. И привело к тому, что на репродукциях вы видите любой мазок, даже любая неровность полотна. И что очень важно, что мы хотели передать, это выпуклые части на картинах, которые, техники которой пользуется отец, то есть если он наклеивает какие-то вещи, да, кто не знает, я скажу, это не поп-арт, это скорее коллаж, который соединяет иллюзорно с материальным. Вот нам удалось передать на фотографии вот эту выпуклость. Мы очень этим горды, потому что обычно на фотографии это не видно. Это касательно фотографии. С типографиями я буду много говорить слов теплых в пользу типографии, людей, которые там работали, но просто я расскажу, как нам удалось выбрать типографию. Я обратился, наверное, если не в 10, то 6-7 типографий точно в Эстонии. Показать свои возможности, чтобы посмотреть, какой может быть конечный результат. 30% из них сразу, или даже 40%, сказали, что вы хотите такую книгу, но это просто физически не можно. У нас такой техники нет. Оставшиеся проценты мы не поленились и сделали пробные. Причем не диги-фото печати, а дали наши слайды, каждую типографию, там 6, около 50 типографий, чтобы они отсканировали и отпечатали типографским способом несколько работ скульптуры, живописи и графики. Ну, и здесь результат был сам налицо. Хотя за эти пробы тоже пришлось платить, но самый лучший результат был у типографии Prisma Print. И я очень рад, что они не только закрепили этот результат, но и сделали даже лучше, чем их первые образцы. Если спросите меня, чем, наверное, это было достигнуто, я, так сказать, в технических вещах не очень сведущ. Типографирование, хотя сейчас уже имею представление, как издавать книги, то могу сказать, что, во-первых, были хорошие исходные материалы, как я говорил, это фотографии Валерия Боретто и слайды Сергея Дитыка. Ну, разумеется, в разе, имея такие хорошие материалы, могли бы мы испортить книгу плохим сканом.
Нет. Поэтому мы обратились в PrismaPrint, где самый лучший, насколько я знаю, скайновый историк. Если там есть и очень профессиональный сотрудник Limbit, Коск, который, отец которого, по-моему, просто замучил. То есть он просидел с ним не просто прошлое лето, мы еще и этим летом его мучили, чтобы доводить каждую фотографию до того уровня, когда мы были абсолютно, абсолютно довольны. И если можно было бы, наверное, при жизни нужно Limbitу в этом смысле памятник поставить. И, учитывая еще характер моего отца, то я вообще каждый раз приходил со страхом, что вообще они еще работают вместе или нет. Но, слава богу, что Лебедь спокойный человек и большой профессионал, у них все получилось. Потом он, наверное, расскажет пару слов, как ему сложно было или легко работать с отцом. Чтобы тебя видели. Вот Лебедь, да. Следующим этапом после этого было... были тексты. Но с текстами у нас были определенные сложности, но в целом, то есть сложности с переводом. Мы получили прекрасные тексты от Бориса Алексеевича Эйнштейна, от Эммы Дарвис, от Александра Сидорова. Но наша задача была сделать книгу европейского, международного образца и перевести ее на 7 языков. Здесь, конечно, я не побоюсь сказать, что мы сперва перевели в одной переводческой фирме, потом весь этот текст. То есть они его проверяли 3-4 раза подряд у разных своих работников. Потом отдали в другую переводческую фирму. И когда после этого я опять увидел все листы, помеченные красными ошибками, то они еще 3-4 раза проверяли. Причем отправляли тексты в страну происхождения. И только когда в конце уже эти помарки составляли там не больше 2-3 слов на язык, я сказал, что как есть, так уже есть. Потому что корректировать текст на иностранном языке, по-моему, можно абсолютно бесконечно, причем не представлять результат, когда это закончится. Но в итоге конечный продукт нам создала премиум переводческая фирма. Тоже она мучилась с нами, но мы честно за все разы то, что их заставляли проверять, оплачивали все эти разы. Но в результате я надеюсь, что текст вышел без особых помарок и надеюсь, что на высоком даже переводческом, эстетическом другом уровне. Следующий этап это было создать макет. Ну хорошо, что я мог со своей стороны предложить? Ну, у отца большая библиотека, у него там около 500, по-моему, книг. Мы посмотрели самые лучшие, самые яркие, поняли, что нас это не устраивает, потому что надо сделать лучше. И создали, как я бы характеризовал, макет, который определяет строгость книги. Он достаточно строг, лаконичен, без всяких каких-то дополнительных узоров. И где-то, наверное, даже отображает тоже суть художника, отца, потому что отец в скульптуре тоже лаконичен. Поэтому и книгу мы старались оформить лаконично, но в то же время обтягивающе. В этом смысле я хочу массу слов благодарности передать Инге Страхов, которая занималась макетом. Она не меньше, чем Limbit Коск, была замучена нами, потому что все вот эти изменения текстов, которые приходилось делать почти 8 раз, да, если считать, ей приходилось все это менять в макете, потом переверстывать их и так далее, и так далее. За это время она уже успела, по-моему, в отпуск ходить, прийти, увидеть, что работа еще не закончена. То есть, по-моему, мы макетом занимались 3 или 4 месяца только вот в стадии макета. И последняя часть, это была предпоследняя, это печать. Здесь мы уже особенно не беспокоились, потому что мы имели опытные образцы репродукции, которые печатали. Мы понимаем, что высокое качество. Опять же, для профессионалов я могу сказать, что на каждую цветную репродукцию мы делали DigiProf. Это распечатывали каждую репродукцию на цветном принтере специально, который показывает все тонкости, все оттенки такие, как они должны быть. После этого мы процентов 30 работ стали дорабатывать,
чтобы они еще лучше выглядели. То есть опять через Рембрандт это пошло, потом вернули их обратно. И потом Андерс Кюберт, который непосредственно координировал все действия в типографии, нам посоветовал все-таки, несмотря на наличие дигипроф, на этих образцов сделать, все-таки посмотреть, как работают печатники. Теперь я знаю, как печатаются книги. Стоит мальчик, у него прекрасный компьютер, у него образец печати, и он должен настроить книгу так, точнее лист так, чтобы были абсолютно точные цвета. Мы немного в этом смысле помогли, потому что ребята были очень хорошие, буквально каких-то там несколько часов каждый день мы смотрели, что все идет в порядке, а так они четко выполнили свою работу. И последний этап, это было сшивание книги. В Эстонии, к сожалению, не нашлось такой компании, которая могла бы сшить такой объем, такой размер книги. И чтобы не было абсолютно риска, что это может быть какой-то брак или недоделка, мы с Андерсом Кюберт сели на пароход и поехали в Финляндию, причем 260 километров от Хельсинки. В типографию, которую, как нам сказали, много делает художественных книг, и партнеры Prisma Print, и у них хорошая репутация. Представители финской типографии были очень удивлены, что мы приехали, но когда поняли, что для нас это дело очень серьезно, и мы будем рассматривать каждую страничку, потому что делаем практически, как для себя, можно сказать, то надеюсь, что справились с своей работой хорошо. По крайней мере, книга не разваливается, сделана аккуратно, и работа выполнена хорошо. Коробки, которые вы уже видели, нам удалось заказать в Эстонии. Тоже сделано на очень хорошем уровне. Я абсолютно доволен этим. Причем мы внедрили некоторые новшества, разработали, как это сделают в Италии. Например, на книге у меня был экземпляр книги «Эрмитаж». Тоже была хорошая печать и коробка. Там есть даже внутри, если вы обратите внимание, коробки маленькая подушечка. Она поддерживает вот эти белые страницы для того, чтобы они со временем не просаживались, чтобы книга не меняла свою форму. Вот так ушло 2 года. Так ушло 2 года. Если говорить коротко, то книга, конечно, оказалась очень дорогой. Я, правда, оглашу какие цены, и все хорошо, что вы все сидите. Вот. Но должен сказать, что этот проект сделан не для того, чтобы там нашей компании заработать деньги, мы бизнес делаем на других вещах. Просто на каждом этапе, когда вопрос становился сделать качественнее или дешевле, мы выбирали только качество. Тираж книги 1000 штук. И, наверное, должен сказать, что в нее вложены все, наверное, передовые какие-то вещи, которые только сейчас есть. После издания книги я беседовал с несколькими книгоиздателями, пока со страхом показывали книгу, говоря, ну что, как ваше впечатление, как профессионал. Я не говорю о том, что как внутри, да, я не говорю о том, какие продукции нравятся мне вам, там, как работают, но мне скажите, как печать. Нужно сказать, что некоторые из них, как говорили, тоже Сергей Дедык, что он же сам по образованию график, что относительно графики, что он вообще еще не видел такой книги, которая так хорошо передает графику. Обычно есть серые тона какие-то, а нам удалось сделать ее прозрачной. То есть там, где белый цвет, это не серый цвет, а белый. Это говорит о высоком технологическом уровне типографии и на всех уровнях, от сканирования до обработки фотографий до печати. Поэтому сегодня я могу сказать, что эта книга может являться одной из лучших в Европе по качеству. И чтобы выполнить такую книгу даже в Европе, это требуется тоже большие затраты, средства и умения. Поэтому эта книга – это не просто масштабы из Турни, это книга европейского масштаба. Это я сейчас говорю с точки зрения качества печати. С точки зрения, что в этой книге находится, то это как вам нравится, не нравится работа отца. Но отец абсолютно
не просто самостоятельный художник, а ни на кого не похожий художник. Некоторые, мне уже удавалось с отцом давать некоторые интервью по поводу этой книги. Один из вопросов был, как вы относитесь к культуре Эстонии? Во-первых, мы удивились, потому что, интересно, такой вопрос кто-нибудь задал бы Ван Гогу, который голландец жил в Париже, да? Перешагал. Но, и мы в этом смысле хотим подчеркнуть, что отец эстонский художник, и он является частью эстонской культуры. Как он к ней может относиться? Он ее часть. Поэтому, но в то же время абсолютно не похожий ни на кого, абсолютно со своим почерком. А с чем это вызвано, если вы спросите? Почему такой почерк? Да? Что это только темперамент? Я должен сказать, что это не только темперамент, это плохой его характер. Плохой характер в том смысле, что он никогда ни под кого не подделался, ни под кого ни при социализме не брал никаких, не старался брать никаких социалистических заказов. В манере никому никогда не подражал. И поэтому, конечно, где-то получал по голове за это. Причем довольно часто. Конечно, если там на выставку брали его какие-то классические вещи, там, какие-то портреты, а смелые вещи, например, как на обложке танка, да? В гипсе взяли на выставку, а в бронзе не взяли. И в гипсе не взяли, вообще кошмар. Понятно, что это говорит только о самобытности. Я это расцениваю как плюс. Но я расцениваю это пока плюс не только как о самобытности и смелости художника, но и то, что если бы он выполнял заказы, партийные, частные заказы и так далее, не было бы этой книги. А что туда было бы помещать? Монументы, которые сейчас там снимают? Или портреты красивых девочек, там, мужчин и мальчиков, которые хотят видеть себя красивее, чем они есть? Вообще, в этом смысле, отцу очень трудно, я всегда видел, позировать, потому что он сразу предупреждал Макуна. Я нарисую тебя, напишу так, как я тебя вижу. Если тебя это не устраивает, можешь встать и уходить. Причем не считаясь на то, что там... Поэтому, даже если вы видите в этой книге портреты каких-то лица, то это... Там нету лести относительно того, что... модель хотела выглядеть получше. Она написана именно так, как видит ее художник. Вот этот плохой характер, он и позволил создать, вот, я считаю, абсолютно не похожий ни на что. Ни стиль, ни творчество не похожее ни на что, ни на кого в истории. И не только на этом истории. Теперь о цене. Я скажу, значит, эта книга – единственная книга в Эстонии, которую можно купить в рассрочку с Ханха Советника. Если вы спросите, каким образом мне это удалось, то я вам отвечу. Во-первых, я отнес эту книгу Ханса Банка и показал им уровень издания. Они были тоже шокированы качеством. Во-вторых, цена этой книги при рассрочке и в магазинах будет 2 с небольшим тысячи. Это как раз позволяло вписываться в систему продажи Ханса Банка, где стоимость продажи товара является тоже больше 2000. И третье, я, конечно, был бы очень заинтересован, чтобы магазины имели возможность продавать их в лизинг, но для магазинов это все-таки сегодня штучный товар. И для того, чтобы банку обучить поставить эту линию, это большие затраты, банк когда-то не очень заинтересован. Но учитывая то, что моя компания Рутех работает давно уже и успешно с банком, он позволил нам, как компании, продавать эту книгу, выделив просто отдельную кредитную линию через представительство моей компании. Вот соединение этих трех вещей, качество, цена и, скажем так, кредитная история, если хотите, да, с Хансом Банком, позволяет нам сегодня
как мне сказали представитель банка, единственную книгу в Эстонии сейчас и в будущем продавать в конце месяца. Сегодня мы имеем возможность на этой презентации продать эту книгу, если кто желает, за 1680 крон, если коллега, кто-то хочет купить, сразу заплатить. В рассрочку на год это через кредит моей компании, это наш личный кредит будет нашей компании, за 1765 крон, это в расчете на 12 месяцев. И третья возможность, это 2500. Через линию Хансабанка, там рассрочка может достигать до 3 лет. То есть результат этого стало то, что эту книгу можно купив, платя в месяц там, от 70 до 100 крон. Я, конечно, не имею очень больших радужных надежд, что все сейчас ринутся оформлять ринутые договора. Прекрасно понимаю, что для многих людей в Эстонии выбор между микроволновой печью и книгой будет в сторону микроволновой печки. Но со своей стороны я сделал все, чтобы эта книга была доступна. Поэтому тот, кто действительно интересуется искусством, кому это интересно, вне зависимости от дохода, и сегодня имеет такую возможность приобрести эту книгу. Это относительно цены. В целом, наверное, я буду как бы еще вести сейчас наш разговор, может быть, пару слов еще буду дополнять, но я бы хотел попросить выступить Лембета просто как из Призмапринт, который, надеюсь, нам расскажет в двух словах. Ну, вот эти, может быть, этапы, может быть, я где-то что-то неправильно сказал, тогда поправит. Потому что это праздник сегодня не только для нас, но и для типографии Призмапринт, для которых, конечно, эта книга будет флагманом в их сегодняшней и будущей работе. Пожалуйста. Представитель торгово-промышленной палаты Швейцарии.
Я считаю его давно как человека, который интересуется искусством. Он был у нас, он делился с нами с культурными ценностями Швейцарии, рассказывал о них. И мне было бы очень ценно его мнение. Спасибо. Dear friend Raphael and his son, I think it's a great step in your life today to present this wonderful book, and we just heard what a big story is behind the production, the creation of this book. It's a great honor for me to be invited to this event, and I can say only thank you very much for this invitation. And now I believe that we have a real chance to brief our structures in Switzerland about the art of Raphael, his life work, and it's a great pleasure for me to bring the pictures of this big work to my country, that the people learn what has happened here in Estonia, in this field of culture and sculpture and painting. Raphael, you are a very important representative of the Estonian art scene, and therefore we are very thankful. This is what I want to say to you today. It was a little bit an improvisation, but I believe that you will have great success with your work, what you have done for your father in these last few years. When we see what a son can do for his father, then this is real love, and this is a very wonderful example in our society today and in our time today, when a son protects in this kind his father. When we see in Europe what children are doing with his parents and grandparents, and they put them in the old homes and so on, and they haven't any more respect from father and grandfather. So we have a real example what you are doing for your father, and thank you very much for that. Господин Борис Бернштейн прислал, мы отправили ему книгу чуть раньше, он уже имел возможность подержать в руках, и написал как то, что я могу огласить для вас. Дорогой Рафаэль, дорогой Олег, только что получил альбом. Сын создан подлинный монумент отцу. Что мне представляется особенно важным? Отличные репродукции, отражающие все творчество в высококачественной передаче. Главное ведь дать увидеть. Словесные тексты только помогают смотреть. Фотографы молодцы. Статьи я еще не имел времени прочитать внимательно, но первый просмотр показал, что они написаны отлично, с подлинным пониманием и проникновением, которые даются не только профессионализму, а ноты выносятся за скобки, но и с неподдельной симпатией. Поздравляю от души обоих, ваш Борис Бернштейн. И
Александр Сидоров вообще хотел к нам обязательно приехать на презентацию, но, к сожалению, у него воспаление легких. Поэтому мы тоже ограничимся сегодня его письмом. Дорогие Рафаэль Суренович и Олег Рафаэлович, низкий поклон вам за прекрасный подарок. Стол долгожданную книгу об уникальном художнике, прекрасном, мужественном и мудром человеке. Я давно не испытывал такой радости. Так было лишь 30 лет назад, когда я увидел свою первую статью, опубликованную в одном из московских журналов. И дело в данном случае не в моем тексте, а в том прекрасном издании, где он удостоен чести быть помещен. Будучи профессиональным искусствоведом и имея за плечами 10-летний опыт работы в столичном издательстве искусства, я мог бы пальцами перечислить альбомы, подобные вашей неповторимой монографии. Неповторимый по полиграфическому уровню, оригинальному макету, солидности и благородству производимому ею впечатления, свойственному ей духу не только монументальности, но и отменного эстетического вкуса. Это без преувеличения и выдающийся образец книжного искусства и своего рода альбом, вариант персонального музея и достойный подарок замечательного сына Олега отцу к его грядущему юбилею. Уверен, что незабвенная супруга и муза Рафаэля Суреновича была бы на седьмом небе от счастья, ознакомившись с ним. Я благодарен судьбе, что она дала мне возможность познакомиться с вашей чудесной семьей и принять посильное участие в реализации вашего самобытного высокого художественного проекта. С глубоким почтением, Александр Сидоров. Я благодарю всех сейчас за внимание. Конечно, если кто-то хотел бы что-то сказать, это всегда есть возможность еще. Сейчас, если кто-то не успел ознакомиться с книгой более внимательно, такая возможность есть. Мои ассистенты сейчас вам еще раз покажут. Те, кто определился и у кого возможности позволяют, может обратиться к нашему финансовый отдел. Здесь можно купить, оформить наш кредит, оформить кредит Ханса Ризинга. Если нет, то хотя бы уточнить условия, такие возможности. Те, которые сделали первое, второе или не делали первое, второе, то, пожалуйста, на кофейную паузу для свободного обмена мнений. Но, извините, я еще пропустил, прошу прощения, просто тоже волнуюсь, несколько слов обязательно Эмма Дарвис, которая, хотя не знает нас не так давно, но я просто был удивлен, насколько этот человек смог проникнуться симпатией к моему отцу, а через симпатию и понять его и человеческую, и художественную ценность. Поэтому я предлагаю ей слово. Спасибо. Я хотела сказать несколько слов о творчестве Рафаэля Рахимяна. Если вообще о творчестве можно сказать несколькими словами. Книги много говорили, о творчестве не сказали. Борис Бернштейн, учитель Рафаэля по художественному институту, напутственное условие к этой книге. Основной принцип его сформулировал так. Я с веком не спорю, я его не замечаю. И вот тут он сказал, что такая позиция обычно свойственна пророкам, праведникам, Дон Кихотам и некоторым художникам. Он назвал это выпадением из контекста, имея в виду контекст политический, конъюнктурный, прагматический и прочее. На взгляд искусствоведа, этого известного искусствоведа, творчество Рафаэля нельзя отнести ни к социализму, ни к абстракционизму, ни к постмодернизму и тем более ни к поп-арту. Он объясняет это тем, что Рафаэль не утерял утерянную очень многими художниками связь между личностью художника и его искусством как персональным посланием человечеству всему. И вот он как раз написал, что искусство Рафаэля отличается высоким профессионализмом и очень большой свободой, внутренней свободой самовыражения. О свободе говорил и Сидоров, о котором говорил Олег. Александр Сидоров считает, что именно абсолютная свобода позволила
Рафаэлю в рамках одной работы совмещать, ну, несопоставимые по классическим канонам компоненты. Например, искусственные и естественные материалы, или оригинальные предметы, сделанные самим художником, и бытовые предметы, там, пуговицы, телефоны. Сидоров считает, что вот умение достигать убедительных художественных результатов в работе с разными материалами – это одна из самых сильных сторон Рафаэля. Для меня же Рафаэль представляется одиноким печальным странником на просторах жизни. Он ищет истину личную, а не коллективную. Он абсолютно лишен материальных стимулов, и все самое дорогое для него он носит с собой в своем неравнодушном и большом сердце. Вообще вот эта его отстраненность, вот выпадение из контекста, о котором говорил Бернштейн, возможно, и стало причиной того, что вот до сегодняшнего дня известность и популярность Рафаэля абсолютно не соответствует величине и значению его творчества. И просто замечательно, что Олег наконец решил с этой несправедливостью покончить. А вообще при стоятельном желании обоих арутюнянов не продавать работы, а сохранить их для будущей личной галереи, эта книга, наверное, единственная возможность познакомиться с творчеством художника, большого художника. Купите книгу, полистайте ее. Вы получите огромное наслаждение. Я вот даже не знаю, в какой ипостаси Рафаэль проявил себя ярче, как живописец, как график или как скульптор. Но я точно знаю, что подавляющее большинство его работ ошарашивает, гипнотизирует, волнует, заставляет думать и заставляет что-то искать в себе самой. Вообще работать над этим проектом для меня было и большой честью, и большой радостью. И не только потому, что это была возможность прикоснуться к настоящему большому искусству. Семья Арутюнянов совершенно необычная семья. В ней царят любовь, понимание, дружба, доверие. Очень приятное впечатление осталось от этой работы. И в заключение хочу сказать еще несколько слов еще об одной ипостаси Рафаэля. Мало кто знает, что он является автором книги «100 стихов». Туда вошли стихотворения очень чистые, очень пронзительные, очень трогательные. Вот одним из них я хочу закончить свое выступление, поскольку лучше, чем Рафаэль, о нем самом не скажет никто. Не врывайтесь в мои владения. Не ограбил я, просто пастух. Не тревожьте души песнопения. Не терзайте истерзанный слух. Я хотел подарить вам радость дальних стран и горных лугов. Для себя же самую малость дуновения южных ветров. Не врывайтесь к моим владения. Я не князь, я просто пастух. Нет дворцов у меня, нет имений, есть лишь сердце да горцы дух. Зашкаливают эту шкалу вообще
нынешней оценки искусства. И я думаю, что по потенции вы находитесь в виртуальной реальности уже. То есть у вас все еще впереди и на очень высоком уровне. И мне хотелось бы вам пожелать, чтобы вы не снижали планку высоты, потому как за ее снижение отречение от вошедшей в плоть вашей мечты, от всего, что жаждет продолжения. И признав лишь единственную власть над собой, это опыт лет минувших, лучше вместе с планкой упасть, высотой последней захлебнувшись. Желаю вам. Я должен спросить, кто-то еще хочет сказать что-то? И если я никого не пропустил, то тогда... Вы говорили, что я возьму все на себя. Мне вас отец вещи. Я скажу, что слава. В юности, как и многие художники, очень молодые художники моего поколения, мы были под влиянием Роде скульптора эпохи романтизма. Это гениальный скульптор. Сейчас его как бы недооценивают, говорят, что он разрушает форму. Разрушал. Но я с этим не согласен. Он выражал ту форму, которая была присуща его времени. И мне попалась книжка, в которой я запомнил наряду с его творчеством его слова. Его спросили, что бы вы пожелали молодым? Он сказал первое, что я запомнил, остальное я не очень запомнил. Не бойтесь оставаться одни. И если ваше творчество искреннее, рано или поздно оно будет признано. Спасибо. Thank you.
Это уже третья презентация в этом неделе относительно книги моего отца, которую я издал. Она посвящена творчеству всего, то, что отец сделал в течение 40 лет,
Для того, чтобы сдать такой труд, почти 6-килограммовую книгу тиражом 1000 экземпляров, ушло около 2 лет. Я абсолютно спокоен за качество, потому что на каждом этапе ее делали большие профессионалы. Мне очень приятно, что ее печатали в Эстонии, сшивали в Финляндии, то есть балтийские государства непосредственно принимали в этом участие. И это действительно сегодня один из самых эксклюзивных и дорогих продуктов.